Привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать, как сохранить свой городской рюкзак на долгие-долгие годы. К примеру, этому уже 7 лет, и он до сих пор жив. А напиши в комментариях, как часто твои рюкзаки рвутся. Самый сильный рюкзак убивается из-за рывков. То есть, когда мы берем вот так рюкзак и дергаем его за лямку, тянув тебя... Короче, рюкзак сильно убивается из-за того, что мы дергаем его за лямку и тянем на плечо. К примеру, в моем сейчас около 10 килограмм. Итак, чтобы сохранить свой рюкзак надолго, бери его двумя руками, одной за ручку, другой за лямку, и плавно, равномерно тянешь его на спину. Плавно, без рывка. И надеваешь уже вторую лямку, придерживая рюкзак другой рукой. Снимаем рюкзак, в обратной последовательности сняли, правой рукой придерживаете снизу, и хобочки схватились, и плавно по ноге на землю спустили. Таким образом, твой рюкзак проживет очень долго. А чтобы сохранить молнию рюкзака, никогда не тяни ее вот так на силу, если он полный. Положи рюкзак на бок, придави его, и тогда уже застегивай. Любите свои вещи, цените их, и пусть они служат вам долгие годы. Пока-пока.